Также произошел теракт. Сообщается, что Ясин Салхи исполнил свое преступление в одиночку. Об этом заявил прокурор Парижа. Тем не менее, на стадии подготовки атаки у террориста могли быть сообщники. Помимо самого боевика, полиция задержала его жену, сестру и еще одного предполагаемого соучастника. Следствию удалось восстановить точную хронологию событий. В 9:28 преступник на фургоне заехал на склад компании Air Products. Салхи работал в транспортной фирме, которая обслуживала предприятие, поэтому не вызвал подозрений. Через 8 минут на складе прогремел взрыв. Пострадали два человека. Прибывшие на место пожарные скрутили злоумышленника, который в этот момент откручивал вентили на баллонах с ацетоном. Террористы передали полиции. На месте преступления было обнаружено обезглавленное тело 54-летнего мужчины, начальника Салхи. Возле фургона лежал окровавленный нож. Около ограды экстремист оставил два исламистских флага с надписями на арабском.